Уважаемые друзья, коллеги, добрый день. Мы с вами проводим заседание наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей». У нас 4 года уже работает эта структура. За это время сотни тысяч, миллионы людей приняли участие так или иначе в этой работе. У нас на связи будут и есть уже и непосредственные участники, исполнители тех или иных инициатив. Это оказалось очень востребованным, интересным делом и очень полезным.